Всем привет! Мы сегодня опять тренируемся с Алексеем Юрченко. Всем привет! В прошлый раз мы тренировали грудь, плечи. Сегодня мы сделаем спину. Также Мария покажет, как она тренирует свою шикарную попу. Поехали! Поехали! Час. Каждый день по часу? Каждый день, да. А когда ноги делаешь, тоже каждый день делаешь? Не важно, я ноги делаю каждый день. Ну не ноги, бицепс, бедра, это бицепс. Опять же, большое количество кардио. Если ты ешь неправильно, у тебя там какой-то идет дефицит витаминов и так далее, иммунитет садится, начинаешь болеть. Наступает перетренированность, человек начинает болеть, у него там психика, особенно у девочек. Идут все, жрут там подряд, срываются, все такое. Это не только у девочек. Это не только для девочек. Есть еще одно такое, в общем, очень большая мотивация на самом деле быть
чемпионом? Вот один раз станешь большим чемпионом? Чемпионом? Ну, я считаю, что для мужчины стать чемпионом России, тем более абсолютным, это огромный титул. Там, чемпион Европы, мира, MVP, это такие значимые титулы. И когда ты завоевываешь такой титул, ну, я не знаю, это мой, может быть, ответственность. Да, может быть, это в моем таком характере. Да. У тебя ответственность, ты не можешь уже упасть лицом в грязь после этого. Все на тебя смотрят, на тебя такое пристальное внимание. Понимаешь? Может быть, все те же ждут, раз... Да, все ждут, да. Чего-то от тебя где-то. Ненавистники, враги ждут. А, когда же она посмотрит? Когда, когда? Твои болельщики там, давай, 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 они за тебя болеют. Ты понимаешь, какая ответственность? Выиграть первый раз, может быть, и не так сложно, а удержать титул и быть чемпионом по жизни потом и в разных областях, это, вот это очень сложно. В последнее время я бы, наверное, даже сказал, что я не срываюсь. То есть как раньше, там вот, года 2-3 назад, то есть я прям мог реально там, срываться и есть. Я... Главное, чтобы в период подготовки, главное, чтобы еда всегда была. Потому что да. Когда нет еды, в основном срываешься. Когда нет еды, значит, не надо есть. Не, ну это как бы парням ты видишь, что. Начинается. Ой, ничего с тобой не произойдет, если ты там полчаса не поешь, килограмм мяса ты не потеряешь, там, чуть гликогена там туда-сюда поешь, и все это обратно минуту. Нет, конечно, это так, но просто думаешь, начинаешь, что говоришь. Я не делаю читмилов только лишь потому, что, знаешь, сахар как наркотик. Вот он попал тебе в рот, все, ты начинаешь, ты как свихнулся, ты думаешь об этом постоянно. Чем дольше нет сахара у тебя на языке, в голове, в крови, там, тем чем меньше ты о нем думаешь, тем меньше его хочешь. Ни разу не за 5 лет это. Зачем? Смысл? Какой? Потом чувство вины, потом ты сидишь, себя ненавидишь. Угрызение совести, о Господи, что я наделал? Вот это метание, вот этот ужас. Слушай, ну некоторым, это такая психологическая борьба. Некоторым, чтобы это понять, нужно пару раз сорваться. Нужно пару раз сорваться, конечно. Нужно выйти на сцену, обосраться пару раз. Очень прикольно, когда делаешь сидение, делаешь, уклоняешь корпус вперед, выгибаешь вверх, попу назад, и потом постепенно весь корпус
приподнимаешь, получается, уже делаешь на весу. Очень классно вырабатываются ягодицы. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a low-down gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why. Ну вот и подошла к концу наша очередная тренировка. С вами были Мария Кузьмина, Алексей Юрченко. Друзья, если у вас есть какие-то пожелания, какую бы тренировку хотели увидеть в нашем исполнении, пишите комментарии, добавляйтесь, друзья. Всегда готовы выслушать ваши пожелания, критику. А где в друзья-то добавляться? Друзья везде. Вконтакте. Вконтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. Лайкайте видео, комментируйте. Всегда рады. Напишите нам, что бы вы хотели увидеть в качестве тренировки в нашем исполнении. Какие группы мышц, что вам интересно. Если вам покажем, расскажем все, что вы хотите знать. Даже всякие секреты. Да. Да. Всем спасибо за внимание. С вами были Мария Кузьмина. Алексей Юрченко. Всем пока, всем здоровья, успехов, удачи. Пока-пока. We can get it, don't try.